Вітаю вас! Погодьтеся, у пізній осені особлива краса та чарівність. Проте, якщо дощам таки вдасться зіпсувати вам настрій, раджу дивитись програму про поради. Запевняю, ситуація докорінно зміниться. Адже у нас не лише корисно, а й цікаво. А чи знаєте ви, що дерева, висаджені восени, ростуть значно швидше? Фахівці радять починати осінню посадку з моменту пожовтіння листя і закінчувати за 15-20 днів до настання стійких морозів. Тому що корені плодового дерева восени зупиняються в рості значно пізніше надземної частини. І це забезпечує підживлення поранених під час посадки коренів. Отож, як правильно садити плодові дерева та що робити, аби вони гарно плодоносили? Про поради розкажуть далі. Прийшла золота пора посадки саджанців, деревьев, роз, хвойных. Плодовые деревья лучше садить осенью и весною. И время осенью, после прохода первых заморозков, когда вот именно питательные вещества опускаются в корневую систему, начинают идти. Осенью лучше садить чем? Вы посадили, растение укореняется и весной бурно пошло расти. Перед посадкой нужно вот это убрать, вот этот весь... Можно убирать секатором. Кончики можно оставить, для того, чтобы фотосинтез все-таки продолжался. Обновляем срез, чтобы не было рваных ран. Может через рваные раны занестись инфекция, и они дольше заживают. Если хороший срез, тогда быстрее приживается и не болеет. Мы оборвали корневую систему. Если мы оставим все листья здесь, то от них будет идти испарение влаги, будет саженец обезваживаться. И потом он весной у вас в рост не пойдет. Если же вы выбираете это саженец на рынке, то обязательно проверьте, чтобы было хорошее корни не были пересушены. То есть взяли вот ногтем так вот, поцарапали ее, да, чтобы оно было белое, сочное. Делайте где-то ямку, налейте туда воды, перегнуя третью часть, чтобы, ну, только сыпет, чтобы перепревший, чтобы не свежий. Если свежий, то оно попалит в корни. Должна быть земля как сметана, чтобы она прилипла. Когда она прилипла, высаживаем в грядку. Глубина посадки должна быть, вот видите, где место прививки, должна быть на 2-3 сантиметра выше уровня земли. Особенно на вегетативном подвое, если вот яблоню, грушу высаживаем. Если мы заглубляем ее, то отсюда пойдут корни, и растение вместо полукарликового карлика может превратиться в сильнорослое. Засыпать нужно рыхлой землей, чтобы не было камней, и равномерно засыпаем ее со всех сторон, чтобы не повредить корни. Если будет у нас земля большими камнями, вот ее нужно разрыхлять. Должна быть на уровне общей земли. Если низковато, можно немного подтянуть его так вот, вибрируя, чтобы оно стало. И утрамбуем. Можно утрамбовать ногой хорошо. И обильно заливаем водой. Опять же, допускаются ошибки. В чем? Подсаживание нужно вылить там 2-3 ведра. Чтобы вот эта вся земля у нас промокла, чтобы она прилипла именно к корням. А если, чтобы вышел воздух оттуда, чтобы вот эти все камушки растворились, чтобы они прилипли к корням, чтобы корни не висели в воздухе. А когда земля уплотнится, когда вы полили, еще засыпаем землей, и еще можно уплотнить землю, именно почему персик. Если мы его формируем, как обычно, штамп, а сверху идет крона, то, ну, продолжительность из практик получится 5-7 в среднем, ну, бывает 10-20-30 лет, да? Поэтому его лучше формировать, чтобы он рос кустом. Мы весной обрезаем его на куст таким образом, и отсюда он будет формироваться кустом. Нужно не жалеть, обрезать. Для чего? Потому что половина корней осталась в земле, мы уравновешиваем корневую систему и ветви, чтобы они могли накормить питательными веществами все. Ну, в принципе, можно обрезать и вот эти тоже укоротить, чтобы они не были такие длинные. Делаем на зиму вот такой холмик вот земли, мы эти ветви перекрываем землей. И они будут у вас, этот персик, плодоносить 15-20 лет. Это небольшой секрет по выращиванию посадки персика. Остальные плодовые садятся, как обычно, на 2-3 сантиметра выше уровня земли. Вот сейчас тоже идет зима, и желательно почву замульчировать, засыпать листьями с деревьев. Предохраняет от сильных морозов, от подмерзания корневой системы. И если вы еще не успели сделать влагозадерживающийся полив, для того, чтобы напоить корневую систему
і землю напоїть влагою, торопитесь це зробити. Тоді у вас буде весною і літом отличний урожай. Чашечки ароматної кави, що бадьорить, починають ранок багато жителів планети. Хтось варить каву поспіхом, хтось перетворює це на справжній ритуал. З кави готують смачні десерти і навіть використовують в косметології. А чи знаєте ви, як правильно вибрати каву? Якому сорту віддати перевагу? А ми вже знаємо та готові розповісти. Найсмачніша та найкорисніша кава – це, звичайно ж, натуральна. Натуральною прийнято вважати каву в зернах. Змолоти її краще безпосередньо перед самим приготуванням. І чим швидшим буде подальший процес, тим духмянішим і смачнішим вийде наш напій. Не на останньому місці і сорт кави. А чи знаєте ви, на що слід звертати увагу перш за все? Як зрозуміти, що це якісне зерно? По-перше, зерно ніколи не може бути дешевим. Ну і существует вторая сторона медалі, що не все, що дорого, це качественно. Поэтому, когда вы выбираете кофейные зерна, обязательно просите у продавца, чтобы вам он показывал упаковку. Вы ее должны внимательно посмотреть, рассмотреть, прочитать составы. На что нужно обратить внимание? Обязательно сроки годности. Обязательно, чтобы было указано степень обжарки, страна-производитель. Все слова, все картинки на упаковке должны быть четко расписаны, четко просматриваемы, чтобы была целостная упаковка. Упаковка с кофейным зерном. На каждой упаковке с кофе есть дозатор аромата. Вы надавливаете на эту упаковку, и выпускается кофейный аромат. Он не должен быть горелый. Он должен быть мягкий, кофейный, шоколадный даже. Давайте обратим внимание на кофейные зерна Blue Mountain. Они все шоколадные, с отливом, маслянистые, можно даже сказать, каждое кофейное зерно один в один. Это неизменный показатель качества этого кофейного зерна. Купуючи каву в зернах, перш за все звертайте увагу на ступінь обсмаження. Чим світліший колір кавових зерен, тим слабше вони обсмажені і тим кислішим буде смак напою. Сумлінні виробники на упаковці зазначають дату обжарювання. Якщо з цього моменту пройшло не більше 2 місяців, значить ви зможете приготувати ароматний і смачний напій. Звертайте увагу і на зовнішній вигляд кавових зерен. Вони повинні бути рівномірного, однакового кольору, обов'язково цілими без сколів і половинок. Зерна арабіки мають довгасту форму, а робусти – майже круглу. Ось і всі секрети натуральної кави, за допомогою яких ви зможете обрати хороший і якісний напій. Телебачення залишається одним з основних джерел інформації для дуже багатьох людей. Цифрова телевізійна Т2-приставка – це спеціальний пристрій, який дозволяє приймати телевізійні канали, які транслюються в цифрових форматах. У більшості телевізорів, випущених в 2016-2018 роках, Т2-ресивер вбудований, тому наша наступна порада буде більш цікавою для тих, у кого телевізори старіші. Сегодня мы поговорим с вами про Т2 приставки. На данный момент это устройство, которое позволяет вам просматривать без дополнительной абонплаты каналы в цифровом качестве до 32 штук. На данный момент доступно. Эти устройства примерно одинаковые по габаритам, разница в основном материалов корпуса и дополнительным функциям, таких как некоторые модельки имеют разъем под USB, то есть дают возможность не только просматривать ваши, допустим, записи домашние и делать запись каналов, которые сейчас у вас транслируются, а в будущем пересматривать. Для того, чтобы установить приставку, все уйдет в комплекте. Это подключение к телевизору и блок питания. Для вас нужно будет потом еще привезти антенну, самую обычную, простую, вроде полячки. Т2 тюнер – это стандарт будет, то есть он также встроен у нас в телевизоры. Если будете просматривать на магазинах, на витринах, будет указано тюнер Т2. На многих моделях это будет встроено сразу с коробки, то есть такие бренды мировые это делают на всех моделях. Ценник на Т2 тюнер стартует официально где-то от 400 гривен, заканчивается ближе к 1000, но там, говорю, колоссальная в функционале разницы не будет. Там материалы корпуса, фирма и дополнительные возможности типа USB-выхода.
техника, которая больше 5-7 лет, есть смысл задуматься обновлением, потому что на данный момент все телевизоры у нас показывают в любом случае лучше, чем ваш. Если пройдетесь на витрине, вроде ваш неплохо снимаем, показывают, недолго звучит, а включаешь любой, который находится сейчас, они лучше звучат, лучше показывают, быстрее отвлекаются, при этом и меньше мороки с подключением, все выходы и цифровые, и флешки. Также есть модельки, которые оборудованы Smart TV, то есть выходом в интернет. Также у них есть T2 тюнер, ну, априори. То есть если вы купили Smart TV, то там будет T2 тюнер. И также вы можете смотреть те же каналы без антенны, через интернет. Такая функция есть. Очень много сервисов, которые по подписке показывают в отличном качестве. Крайне актуальных около 3 сервисов, которым одним из них я сам пользуюсь. У меня нет подключения, даже кабельного у меня нет. Я через, напрямую через компьютер, через телевизор смогу смотреть все наши каналы в отменном качестве, и в чем еще и в записи. Самое главное для людей, у которых старые телевизоры, это то, что был выход под тюльпаны, то есть белый, красный, желтый, либо цифровой HDMI. Но вот про цифровой, скорее всего, бабушки не будет. От нее нужен ее старый телевизор, выход аналоговый, T2 тюнер и антенна. Ничего сложного нет, антенну подключается к тюнеру, тюнер подключается к телевизору. Потом идет просто при первом же включении выбирается язык, дальше автонастройка. Нажал автонастройку, одну кнопку, оно само все нашло, само все сделало, и все. Единственное, что по направлению лучше смотреть направление либо в город, либо к станции. То есть можно посмотреть, как соседи стоят антенны, чтобы направить в одну и ту же сторону, потому что те люди, которые уже пользуются, скорее всего, знают. Количество каналов все же зависит от сигнала. Если вы направите не в ту сторону, возможно, будет не те 32, которые рекламируют по телевизору и показаны на коробках, а будет немножко меньше. Поэтому автонастройку, может быть, придется сделать повторно для того, чтобы словить каналов больше, не 20, а тех же, конечно же, 32. Ну от і все. Сподіваюсь, чергова порція наших корисних сюжетів обов'язково стане вам у нагоді. Наступна програма вже за тиждень. Дочекайтесь, адже ми радимо тільки найкраще. Бувайте!